YouTube заблокировал самый быстро растущий русскоязычный канал Vlad Crazy Show, специализирующийся на создании детского контента. Об этом сообщается в видео сообщества YouTube ВКонтакте. Как отмечают администраторы паблика, точная причина блокировки Vlad Crazy Show неизвестна. При попытке зайти на канал пользователя, видеоузника видит только сообщение с надписью «Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube». Эта новость сегодня шокировала всех, кто хоть чуть-чуть знаком с YouTube, заявили авторы сообщества YouTube. Судя по данным статистических сервисов Watchstat и Social Blade, перед блокировкой аудитория Vlad Crazy Show насчитывала более 9,5 миллиона человек. Ежемесячно на канал подписывалось более 1,5 миллиона человек. А число просмотров переступало в отметку в 3 миллиарда. По словам администрации YouTube, к началу 2018 года создатели Vlad Crazy Show должны обойти по числу подписчиков самого популярного блогера Рунета Ивана Рудского – 12 миллионов подписчиков. Vlad Crazy Show – это канал, посвященный развлечениям, игрушкам, фастфуду и сладостям. Авторы канала не раз подвергались критике со стороны коллег по цеху. Их обвиняли в наслаждении детей, любви к вредной еде и крупным брендам, которая всегда по всему не раз рекламировалась в ролике канала. Только на коммерческие просмотры создатели Vlad Crazy Show ежемесячно зарабатывали более 100 тысяч долларов.